Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русских Иван, я рад нашей новой встрече. Сегодня я вам расскажу о таком замечательном препарате, который называется Энталек. Препарат Энталек предназначен для защиты растений от комплекса вредителей, но в первую очередь, кого он душит? Это, конечно, ненавистную белокрылку. С белокрылкой бороться очень сложно. Связано это с тем, что она очень быстро развивается, очень быстро размножается, и б, из-за такого быстрого размножения она очень быстро приобретает устойчивость к всевозможным химически синтезированным препаратам для защиты растений. И карбофосы фосфорорганические, и актелик, и новомодные и неновомодные неонокотиноидные препараты, и перитроидные препараты, надежные и ненадежные, ничего ее не берет, ни сочетание этих препаратов, ничего. Приходится изобретать какие-то неспецифические средства, о которых мы, конечно, вас знакомили здесь на канале Процветок. Где-то веточки багульника помогают, где-то молочно-календуловые смеси вот эти помогают сдержать. Но побороть ее бывает очень и очень сложно. И вот на помощь нам приходит препарат Энталек. Я сразу сделаю ремарку. Энталек, нельзя сказать, что это такой гиперновый, такой суперновый препарат. Нет, он известен достаточно давно. И недобросовестные производители, и надо сказать, что в первую очередь в Российской Федерации, под видом препарата Энталек, а знающие люди, ну, если рассчитано на крупнотоварное хозяйство, на фермеров, да, которым нужен этот препарат обязательно, чтобы побороть невозможно эту белокрылку, если она завелась, а тем более, если зимы теплые, она выживает, и вообще уже на кабачки, и сливы, и все поражает в огороде, в открытом грунте, чего сроду не было. Ну вот уже теперь есть. Так вот, под видом настоящего Энталека им продают авермектиновые препараты. Хорошо, если они там есть. Авермектиновые препараты тоже, конечно, хорошо. Но это не настоящий Энталек. Настоящий Энталек готовится на основе особого энтомопатогенного гриба. Вот у меня, конечно, коллекция этих грибов здесь огромная, поэтому я могу сказать, я не являюсь ни разработчиком, ни производителем этого препарата. Разработчиком и производителем является наш отечественный институт защиты растений, вот белорусский, и у них там вот эта биологическая защита очень хорошо развита, там очень сильная лаборатория, очень сильные разработки и очень хорошие практические внедрения. И спасибо Процветок магазину, интернет-магазину Процветок, что он делает доступным такие замечательные препараты, показавшие свою эффективность даже в крупнотоварных хозяйствах, где на порядке сложнее бороться с вредителями, нежели чем в маленьких тепличках. Так вот, эти препараты теперь становятся доступными для широкого круга населения. Производятся они, как и другие биологические препараты, в специально подобранных условиях, в специальных средах культивируются, и продается Энталек в жидком виде. Он содержит споровую массу вот этого самого энтомопатогенного гриба, очень специфичного для белокрылки, но не только, и других вредителей он уничтожает, но именно белокрылка, как я уже сказал, является проблемой. И я, конечно, имея коллекции грибов, с чего, в общем, я начал фразу свою, могу точно вам сказать, что это все работает, Энталек работает просто прекрасно, очень хорошо. У меня этих грибов тут вообще кучи, тучи всякие разные. И Энталек показывает одну из наилучших активностей в отношении белокрылки и паутинного клеща. То, что бушует в помидорной, белокрылка, клещ, у нас баклажаны, огурцы, розы, ну буквально все подвластно этому Энталеку. Поэтому обязательно не просто испробуйте, обязательно в свою аптечку защиты растений, биологической защиты растений, положите этот препарат. И вам вот так скажу, что вы можете сейчас набрать Энталек там в поисковике, в Яндексе, в Гугле, где хотите, и сами
сами убедитесь, что под видом этого препарата продается всякое разное, но очень редко это грибной препарат на основе вот этих энтомопатогенных грибов. Поэтому за этот препарат я могу вам поручиться и сказать, что работает он очень хорошо. Как и другие грибы подобного плана, они воспроизводятся, они могут размножаться, но главное научиться хорошо и качественно это делать. Белокрылочки после обработки этим препаратом, буквально личиночки через несколько дней, покрываются белым налетиком, пушистым таким. Гриб туда прорастает. Он использует самих личинок белокрылки как питательную среду для того, чтобы дальше рассеять свои споры и распространиться по вашим растениям в поиске новых жертв. Поэтому этот гриб сам себя воспроизводит в окружающей среде. Вот особенно если это теплицы, где ограниченный объем, ну и в открытом грунте он работает тоже совсем и совсем неплохо. Поэтому соблюдайте регламенты применения, указанные на упаковке, и пользуйтесь этим препаратом для обеспечения здорового и богатого урожая. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи!